Расхлябанность, просто расхлябанность. В принципе, ничего не предвещало. Хороший первый тайм, 1-0 повели, еще не забили 3-4 момента стопроцентных. Во втором одна замена так повлияла на весь коллектив, на всю игру, и на содержание, и на счет. И получили, что получили. Значит, вместо 5-0 должны получили 3-1. Некоторым людям надо пересмотреть свое отношение к футболу, команде, потому что любим себя в футболе, а не футбол в себе. Куда, куда, все! Стой!